Всем здравствуйте! Известный фигурист Роман Костомаров вот уже почти 3 месяца остается в реанимации клиники «Коммунарка». На фоне стремительно развивающихся достаточно нерадужных событий, которые разгорелись вокруг спортсмена, с объявлением о разводе выступил известный певец Прохор Шаляпин. В своем разговоре он заявил, что пара не должна торопиться регистрировать отношения. После таких испытаний развод неизбежен. Или, допустим, через 3 года. «Страсть уходит», – отмечает Прохор. «Браки, заключенные под влиянием страсти, никогда не станут долгими». Шаляпин признался, что стал жертвой такого брака. Его родители рано поженились, а потом развелись, оставив мальчика неприкаянным. Хорошо, что Оксана Долнина и Роман Костомаров сумели выстроить партнерские отношения, не травмируя разрывами своих детей. Напомним, что Роман Костомаров и Оксана Домнина познакомились в 2005 году во время гастрольного тура. Роман закрутился быстро, и в 2011 году у них родилась дочь Настя. Однако пара не спешила оформлять свои отношения. И в конце 2013 года произошел разрыв Романа и Оксаны. Домнина ушла к другому, заявив о том, что отношения с Костомаровым стали угасать. По словам фигуристки, ее шаг был осознанным и взвешенным. Но новый роман не продлился долго, и уже в 2014 году Костомаров и Домнина вновь решили начать все сначала. В дальнейшем пара узаконила свои отношения и обвенчалась. Будем надеяться, что опасная болезнь Романа Костомарова не повлияет на крепкие отношения супругов. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!